Без плагиата не обошлось. Московские эксперты продолжают разоблачать остепененных докторов Бурятии. На этот раз предметом изучения разработчиков сайтов «Антиплагиат» и «Диссернет» стала научная работа временно исполняющего обязанности ректора БГУ Николая Мошкина. По мнению специалистов, более 60% в тексте Мошкина заимствовано из чужих трудов, в частности, из диссертации его коллеги Булата Дашиева. Отмечу, что Николай Мошкин имеет степень доктора технических наук. Он защитил диссертацию в 2007 году. Вот что по этому поводу пишет член Совета по вопросам аттестации научных кадров при Минобразе России Андрей Ростовцев. Недавно безуспешно пришлось разыскивать диссертацию и диплом доктора экономических наук, исполняющего обязанности проректора БГУ Макарова, который послал искать ее в Бостонский университет США. И тут новая напасть в БГУ. Как выяснилось, докторская диссертация исполняющего обязанности ректора Мошкина Николая Ильича содержит, как бы помягче выразиться, ну очень много заимствований. Тем не менее, факт плагиата пресс-секретарь БГУ Иван Логинов отрицает, но при этом от каких-либо официальных комментариев воздерживается. Зато у других сотрудников вуза, похоже, есть что сказать. В эту субботу в 11 утра работники университета, студенты и выпускники выйдут на площадь Революции, чтобы вновь потребовать отставки Николая Мошкина, а вместе с ним и главы Бурятии Вячеслава Наговицына. Власти все равно боятся этого митинга и уже предпринимаются попытки запретить этот митинг. То есть находят какие-то неубедительные причины для переноса митинга. Люди будут выходить на митинги. Подано заявление на 7 июня, на 14 июня. То есть пока не будет реакции властей, люди будут возмущаться, высказывать свои требования к руководству Бурятского госуниверситета, к руководству Республики Бурятия. По словам Аркадия Зарубина, Вячеслав Наговицын якобы не выполняет своих обещаний, касающихся выборов ректора университета. Напомню, что назначение нового руководителя БГУ должно было состояться еще в апреле этого года. Однако, при чем здесь Наговицын, непонятно. Ведь кто возглавит вуз, решают не в Бурятии, а в Москве, в Министерстве образования и науки России. И когда это произойдет, известно только федеральным чиновникам.